ヒヒなら倒した。あとはお前の首だけだ。Сюжет Наруто и Саски One Piece продолжается, и на этот раз все будет куда интереснее и жестче. Всем доброго времени суток, с вами Анизора. На этот раз наши герои попадут в страну Вано и помогут нашим друзьям Мугиварам в битве против Кайдо, сильнейшего существа вселенной One Piece. Однако, перед тем как начать сюжет, мне нужна ваша активность, то есть я должен увидеть вашу заинтересованность в нем. Делается это, чтобы зря не тратить силы на этот сюжет, если он не будет вам интересен. Так вот, наберите под этим роликом, скажем, 7000 лайков, и как только эта цифра будет достигнута, я сразу же приступлю к сюжету. Надеюсь на ваше понимание, так как я немало сил вкладываю, подключая еще и даберов ко всему этому. И да, не волнуйтесь, все не будет как раньше. Остальные ролики между сюжетом тоже будут выходить, а сами сюжетные видео будут раз в неделю примерно. Вот, желаю вам удачи, ребята. Увидимся в следующем ролике. Пока. Кстати, для тех, кто интересуется моей жизнью, что я делаю там, как я это делаю и так далее, я специально для вас создал инстаграм по многочисленным просьбам. В скобочках нет. Ссылка на него будет в описании. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna